вывыкли, Загая уже, едем обратно. И вот мы сейчас в Индиане, в штате Индиана. Это столица Индианы. Индианаполис называется город, так название. И вот здесь вот такие вот здания в центре. Сейчас проезжаем. Мы когда ехали в Огайо, проезжали это вот этот город. Было поздно, темно, я не могла снимать. А сейчас вот светло. Уже многие деревья расцвели здесь. Здесь вот старые постройки какие есть, новые. Все впритык-притык понастроено. Но обычно в центре так. Мы опять проезжаем Сент-Луис, Миссури. Это уже мы едем обратно. Мы сейчас вот из Огайо в Миссури направляемся. Уже приехали в Миссури. Это Сент-Луис. Мы едем в Спрингфилд. Вон здесь центр. Центр города. Сегодня воскресенье, 22 апреля, 18 год, и мы в Миссури. Мы в Миссури, неделю пробыли в Огайо, город Сент-Луис, и мы направляемся сейчас в город. Деревья цветет. В Огайо еще мало какие деревья зеленые, еще практически ничего не цветет. А здесь уже вот сколько? Часов 12 езды на машине. И уже видно разницу. И здесь чуть теплее получается. Потому что мы выезжали, там температура была по Фаренгейту 38 где-то, а здесь 56.
сейчас дождик идет. Вот парк с аттракционами. Six Castle называется? А? Six Castle. Six Flags. О, Six Flags. Six Flags. Ага, Six Flags. Шесть флагов называется. Смотрите, красота какая, какие дороги. Мы приехали в Миссури и сейчас пытаемся найти место, где остановимся. Муж пошел вовнутрь в офис спрашивать, есть ли свободные места. Идет дождик. Сегодня 22 апреля. Вот как здесь. В общем, мы остановились в номере в гостинице в Миссури. Мы приехали только что из Огайо. 22 апреля сегодня. Вот только что мы сняли номер. На улице дождь. Вот как выглядит наш номер. Ну, вот это уже мы вещи положили сверху. Вот кровати, кресло, стол. Здесь входит бесплатный завтрак, бесплатный интернет. Бруно, эй! Пошел куда-то. Здесь телевизор, кабельное, все это. Вот, мы в городе Спрингфилд, в штате Миссури. Здесь вот написано это. Вот так вот выглядит это все. Зеркало большое, раковина. Вот так вот номер выглядит. Так что сейчас располагаться будем и отдыхать. Thank you.
Гуси. What are you guys doing around here? Get out of my lake. Yeah, watch out, some water there. Харшил, по-моему, называется город. Гуси орут. Вот. Такая травка, цветочки. И вон воды сколько. Красота. Это парк здесь. Горки детские, качели. Хартвилл называется. Хартвилл. Здесь вот туалеты бесплатные. Ух, ветерок какой прохладный. Красота! А вот здесь вот для совсем маленьких сажать внутрь. Мы остановились в парке здесь, в Миссури. Город Эйва. Смотрите, какая красота здесь. И вот я сорвала здесь по всему штату. Вот такие деревья растут вот с такими цветочками. Розово-сиреневые такие. Я не знаю, что это за дерево. Но очень красиво. Вот сейчас, если посмотрите, вон там вон видно розово-сиреневые такие цветы на деревьях. Если будет видно, конечно. А вот. Это вот эти деревья. Навозом пахнет, обалдеть как. Зато посмотрите, какая красота. Это мы в парке в штате Миссури. Здесь вот дерево распускается. Листочки или цветы, это непонятно, что за дерево. Вот так вот размыло дорогу.